Ребята, всем привет! Давно у нас не было распаковочки. Времена у нас, сами знаете, какие замечательные. Поэтому посмотрел я, походил по магазинам. Как видите, у меня лежат пакеты от компании Henderson. Это наш российский бренд, он никуда не уходит. Поэтому решил я пока прикупиться там. А там будет видно. Что могу сказать? Походив по магазинам, те магазины, которые уже открытые, например, с обувью. Это магазин Эко, Спортмастер. Зашел в Эко. Вот сейчас я вам выложу сюда цены и модели, какие они выпускают. Ну, слушайте. А, кстати, я говорюсь не Эко, а Эко. Для некоторых это очень важно. Они мне пишут, что я неправильно говорю бренд. Поэтому я скажу Эко, как вам по душе такое название. Так. Вот, посмотрел. Я вставлю сейчас фоточки. Вот, посмотрите на них. Блин, я не знаю, куда смотрят там ихние специалисты, дизайнеры и все остальные. И откуда берутся такие космические цены на такие модели. Блин, ну это просто кошмар какой-то. Поэтому я тут зашел, причем не в магазин, а на сайт Henderson. У них тоже доставка очень хорошая. Там 2-3 дня, и у тебя в городе, в салоне ты можешь выкупить, прийти, кстати, померить и забрать. То есть платить не надо на сайте. Ты можешь вызвать в магазин, приходишь, меряешь. Если не понравилось, просто отказываешься от заказа. Если все понравилось, ты выкупаешь просто заказ. Хочу показать, я взял на лето уже. Шлепки, сланцы, или как они правильно там называются. Вот такие вот пулеметы. Конечно же, я покажу вам, как смотрится на ноге. Вот, посмотрите, да. Конечно, тут ничего такого, знаете, нету. Ну, я имею в виду, что там материалы какие-то супер какие-то. Или кожа там, или еще что-то, да, как бы. Но и ценник вот у этих колес 3000 рублей, а со скидкой в данный момент они на сайте по скидке лежат 1900. Ну слушайте, ну на лето за 1900 просто нормально, тем более при нынешних ценах, да, как бы, когда стоит все очень, вот сейчас вы, наверное, видели кадры, да, сколько стоят сланцы ЛЭК и все остальное. Вот такие вот, я их померил в магазине. Блин, они очень, вот это вот промежуточная подошва, тут так подметки, наверное, нет, но хотя вот видите, здесь есть такая полоса, я не знаю, подметка это или нет, наверное, подметка, да, все-таки есть, а может быть и нет, или из этого же материала. Очень мягкие, вот знаете, очень комфортные, сама вот эта вот пена, и плюс вот это вот, как типа, знаете, как стельки, что ли, сделано, или не стелька, ну, как материал вот этот внутри, как вместо стельки, да. Очень мягкий. То есть ощущения, вот знаете, ну, очень приятные ноге, очень комфортно. Вот, за 1900, у меня там купон был, в общем, 1800 я сейчас, если найду, я вам ставлю. За сколько я их точно взял? Ну, в общем, считайте, что за 2, за 1900. Что здесь значит? Здесь на липах вот так вот сделана липучка передняя. Здесь есть вот такой вот ремешок, чтобы регулировать. И тоже вот здесь вот липучка. То есть вы можете на липучке отрегулировать как надо, застегнуть. И оно никуда не будет двигаться. На пятник на резинке. Видите, здесь резинка. И тоже фиксатор. То есть зафиксировали как надо, и все. Он уже там не растянется больше того, чего вам надо. В общем, очень неплохие, комфортные. Я вам покажу, как они смотрятся на ноге. Здесь вот странная какая-то надпись, как бы, ну, не знаю, может, она со временем стерется, и, в принципе, ничего тут
необычного нету. Вот, но для этой цены очень-очень комфортные фланцы. Так что можете зайти на сайт, посмотреть. Есть еще, вы знаете, вот здесь вот желтые. Я сначала не заметил, когда заказал, уже потом увидел какие-то желтые вот эти штуки. Но я фиг знает, для чего это. Просто какая-то херня, кому не нравится, можно отрезать. И есть еще с белой такие же. Размерная сетка там вроде... Ну вот я 43-й взял. Можно было 44-й. Кстати, 44-го не было. Ну и 43-й нормально подошел. Так, и взял еще себе там рубашку Поло. Мне нравится в Хендерсоне. У меня много от Хендерсон рубашек. Раньше, когда... Давайте я уберу. Когда я носил рубашки, было время. У меня очень много было рубах от Хендерсона. Не было, а они вон висят, только размеры уже другие. Так как я немного поправился, вот на Эльку я беру в Хендерсоне 52, видите, то есть не 50-й, как везде Элька. Это не вечно ценник, это не я убрал цену, а они убирают, когда по интернету покупаешь, а они присылают вот без этой штуки. В общем, что я скажу, вот такие сейчас Поло, это трикотаж на с резинкой внизу. Так как вес поднабрал, мне облегающие сейчас не очень как бы смотрятся. А вот эти так, знаете, легко смотрятся. Свободненько. Так, о чем я говорил? А, по ценнику. Вот этот ценник у них в магазине висят вот эти по 10 рубасов. Ну, там по 9 чем-то. На сайте сейчас на них идет скидка. Вот это, в общем, досталось мне за 5000. 5 рублей для отличной рубашки на лето, на весну. Очень хороший, комфортный материал у них. В общем, если интересно, вообще я могу показать. У меня много, говорю, рубашек и новых висит еще с ценниками, которые я так и не поносил. Но размер, так как мне уже не подходит, я вам могу записать обзорочку на рубашки, на ихние, на кофты с длинными рукавами. Вот такие же Поло есть, теплые. Пишите в комментах, кому будет интересно. В общем, вот, все. Буду заканчивать, нечего тут разжевывать. В общем, вот такие замечательные сланцы, шлепки, или как правильно их назвать. Вот, смотрите, одел я вам, показываю, можно босиком. Ну, кому как удобно, мое дело показать, ваше дело посмотреть и для себя сделать выводы. Вот так они смотрятся. Очень комфортные, очень мягкие. Прямо просто отличные на лето. Но еще раз говорю, кому вот эта штука не нравится, можете отрезать. Вот и все. Это личное мнение каждого. Вот и вот так вот футболочка. Тоже одел вам показать, как она смотрится. Так, здесь резиночка, здесь. Удобненько, видите, она не обтягивает. Мне нравятся их вот эти трикотажные футболочки. Вот такой образ на лето можно собрать. Недорого, 2000 сланцы, 5000 футболочка. Ну, шорты там где-нибудь возьмете, вот, считайте сами. Все. Всем, друзья, удачи. Всем спасибо. Всем пока-пока.